Многодетной мамой называют жителя Актау воспитателя дошкольной гимназии Рафигу Насибову. За 40 лет работы она выненчила более 1000 малышей. Многие из них давно выросли, но не забывают поздравить первого учителя с первым весенним праздником. По стопам матери пошла и старшая дочь Рафиги Насибовой, а зарождающаяся династия Татьяна Ковалева. Она знает, когда нужно крепко обнять, а когда спросить строгим голосом. Юрист по образованию, педагог по призванию, работает воспитателем уже почти полвека. Каждому ребенку Рафига Исмаиловна относится как к собственному, за что заслужила любовь и малышей, и родителей. Как важно родителям осознавать, что их ребенок в добрых, надежных руках хорошего человека. Все ребята, которых она учила, это грамотные дошкольники, обладающие хорошими знаниями. В 19 лет Рафига Насибова вместе с мужем прилетели из Азербайджана поднимать молодой и строящийся тогда Актау. Сегодня у них 3 дочери. Самая старшая решила пойти по стопам матери. Уже сейчас она наступает на пятки своему наставнику. Шутят в семье. Я горжусь, что я воспитатель, как мама по стопам пошла. И я рада, что меня дети любят, меня родители уважают. Я их тоже люблю, ценю. Жить без детских улыбок она не сможет, а ведь через пару месяцев пора на пенсию. Но уходить на заслуженный отдых женщине совсем не хочется, ведь именно эта работа дает ей и силы, и хорошее настроение. Не хочу я пенсионерка, я хочу быть молодым воспитателем. Смысл моей жизни – это мои дети, это мои дети. К слову, многие дети называют Рафигу мамой. К тому же она всегда званый гость на любом семейном торжестве. Так ее благодарят сотни воспитанных ею детей. Татьяна Ковалева, Ринат Дусалиев, Актау.